Генерал Гудериан считал, что для того, чтобы танковые дивизии были полностью оснащены, они должны иметь в своем составе подразделение самоходной артиллерии. Она сможет продвигаться вперед с той же скоростью и необходимости обеспечит огневую поддержку. Было маловероятно, что программа перевооружения, предпринятого в Германии в 30-е годы, сможет обеспечить такую возможность. Средства массовой информации всячески стремились продемонстрировать мощь вермахта. На самом же деле программа была очень разнообразной и широкой, но при этом весьма поверхностной. Адольф Гитлер планировал войну, но не собирался повторять ошибки, приведшие к поражению Германии в Первой мировой войне. Финансирование перевооружения было вовсе не таким масштабным, как это пытался представить фюрер. И лишь немногие знали о напряженном состоянии экономики благодаря новой программе, даже перед началом самой войны. Гитлер хотел, чтобы война была молниеносной. Когда 1 сентября 1939 года начались военные действия, Германия была готова только к непродолжительной войне. Соответственно, в таком же состоянии находились и танковые силы. Средние танки, которые служили основой всех планируемых операций с участием танковых частей, лишь начали сходить с конвейера. Выпуск танков был незначительным и сохранялся на таком же уровне в течение первых лет войны. На этой стадии развития германские танковые дивизии еще не могли получить свои самоходные артиллерии. Сначала нужно было выпустить достаточное количество самих нуждавшихся в поддержке танков. Ситуацию пытались разрешить, используя грузовики. В момент начала действий плана «Барбаросса» транспортные части использовали грузовики всех побежденных Германии государств. В наибольшей степени нехватка отражалась на артиллерийских частях. Быстро продвигающиеся вперед танковые дивизии поддерживались незначительным количеством орудий, буксировавшихся полугусеничными тягачами. Практически вся остальная артиллерия была на конной тяге. 3 миллиона лошадей попали на территорию Советского Союза вместе с германской армией. На первой стадии плана «Барбаросса» германские войска сумели продвинуться вглубь советской территории на значительное расстояние. Бесконечные колонны двигались на восток, почти как в 1918 году. Хотя в течение последующих лет германская военная промышленность увеличила выпуск вооружений, в том числе и самоходных орудий, Гудериан так и не получил их в требуемом количестве. Первые самоходные орудия с установленным на них легким противотанковым орудием были выполнены на шасси Т-1Б. Они появились в 1940 году. Было использовано бывшее чехословацкое 47-миллиметровое противотанковое орудие с высокой начальной скоростью снаряда, превышавшее по мощности германскую пушку ПАК-36. Боекомплект составлял 86 снарядов. Броневая защита корпуса, где находились 3 члена экипажа, была минимальной. Отсутствовали верхние и задние листы. Толщина лобовой брони вокруг орудия составляла всего 14,5 мм. Всего орудий было переоборудовано 202 штуки. Заказ выполнили фирмы Daimler-Benz и Skoda. Выпуск орудий был закончен в феврале 1941 года. Большинство применялось на Восточном фронте. Незначительное количество попало в Африку. В составе 605-го батальона было 3 роты этих самоходных орудий. Они прибыли в Ливию в начале 1941 года, и подразделение участвовало во всех основных сражениях в западной пустыне вплоть до Эль-Аламейна. В конце 1940 года было решено установить это же орудие на базе трофейного французского танка Renault R-35, который использовался взамен Т-1. Они применялись в боях в Нормандии. Самоходные орудия 1, выведенные из состава боевых частей в 1943 году, закончили свою жизнь в учебных подразделениях. Следующим трофейным оружием, примененным для самоходной артиллерии, стала превосходная советская 76-миллиметровая противотанковая пушка, которой было захвачено очень много в ходе германского наступления. Столкновения с новыми моделями советских танков в начальном этапе плана «Барбаросса» стали настоящим шоком для немцев. Разведка не докладывала о наличии у русских КВ-1 и КВ-2. Только умелое использование немцами своей техники сводило на нет техническое превосходство советских танков. Средний танк Т-34 оказался наиболее опасным противником, так как представлял собой серьезный шаг вперед в танкостроении.
Пушка ПАК-36 калибра 37 мм казалась бессильной в борьбе против нового врага. Хотя еще бои во Франции продемонстрировали, что она является устаревшей. Даже при стрельбе в упор бронебойные снаряды ПАК-36 просто отскакивали от брони чудовищ. 50-миллиметровый ПАК-38, находившийся в войсках в небольшом количестве и появившийся только перед планом Барбаросса, была и намного лучше и могла поражать новые советские танки лишь в упор. Немцы начали применять 76-миллиметровые полевые пушки М-1936 и М-1939, захваченные в огромном количестве в начале войны. Они были переделаны под 75-миллиметровый снаряд ПАК-40 противотанкового орудия, выпуск которого начался в конце 1941 года. Эти пушки под обозначением ПАК-36-39 находились на вооружении германской армии до конца войны. Прототип самоходного орудия на базе 38Т появился в декабре 1941 года. Оно было совершенно необходимо для борьбы с советскими танками. ПАК-36-39 оказалось замечательным противотанковым орудием. Производство устаревшего 38Т было завершено в 1942 году. Но его шасси продолжало выпускаться в качестве базы для самоходных орудий до 1945 года. Появление в конце 1941 года модификации Д и Е танка Т-2 привело к использованию в качестве шасси для самоходных 76-миллиметровых орудий. Что удивительно, первое самоходное орудие на базе 38Т, получившее обозначение Мардер-3, было сначала применено в Африке, а не на Восточном фронте. Где бы оно ни применялось, в Африке или же в России, несмотря на то, что это орудие было очень нужным, оно оказалось не совсем удачным. Хотя орудие было способно пробивать броню толщиной 55 мм со расстояния 2 км, высокий силуэт самой машины был серьезным недостатком. В России экипажи могли как-то замаскировать свое орудие. В африканской пустыне это было просто невозможно. Защита была слабой. Передний лист брони толщиной всего 15 мм. Экипаж был уязвим для вражеских бронебойных снарядов, а также осколочно-фугасных, которые разрывались рядом с машиной. Несмотря на все недостатки, на заводе BMM в Праге было выпущено 363 Мардер-3. Мардер-2 в спешке, разработанной на базе Т-2Д, всем своим видом говорит о том, что в этом орудии была серьезная необходимость на фронте. С апреля по июнь 1942 года было выпущено 201 орудие. Впервые в кадрах кинохроники они появились во время парада на Елисейских полях обновленного состава 1-й дивизии Waffen-SS Liebstandarte Adolf Hitler в июле 1942 года. Орудия составляли батальон истребителей танков. Они выкрашены в темно-серый цвет. Принимал парад фельдмаршал фон Рунштадт, командующий группой армии Запад. Большинство из 150 машин, выпущенных в мае 1942 года, оказались на Восточном фронте в составе танков и танково-гренадерских дивизий, предназначавшихся для наступления на юге Советского Союза. 76-миллиметровое орудие хорошо зарекомендовало себя. На Мардер-2 имел тот же недостаток, что и Мардер-3 – высокий силуэт. Огневую мощь самоходного орудия 2D продемонстрировали рейхсмаршалу Герману Герингу, когда он посетил учебное подразделение батальона истребителей танков в составе дивизии, названную именем, в апреле 1943 года. Всего через два месяца 10 тысяч военнослужащих дивизий попадут в плен к союзникам при сдаче плацдарма в Тунисе. Разработка 75-миллиметрового орудия ПАК-40 была очень долгой, хотя контракт на новое противотанковое орудие был предоставлен еще в 1939 году. Появление новых советских танков ускорило процесс. Рейнметалл Борзик выпустил первый ПАК-40 в конце 1941 года. ПАК-40 оказалось замечательным орудием, и низкий силуэт позволял артиллеристам вести огонь с ближней дистанции. С расстояния 500 метров орудие пробивало броню толщиной 100 мм, расположенной под углом 30 градусов. Скорострельность составляла 12 выстрелов в минуту. Опытный расчет мог превысить этот показатель. Благодаря тому, что ПАК-40 оказалось очень удачным орудием, оно применялось в германской армии в качестве противотанкового, а также в составе легкой артиллерии до самого конца войны. Оно также устанавливалось на самые разные шасси танков для строительства самоходных орудий.
В июне 1942 года заводами ФАМО и Даймлер-Бенц было приказано 75% выпуска Т-2 приспособить под установку 75-метрового противотанкового орудия. В результате новое самоходное орудие получило название «Мардер-2» и выпускалось до июня 1943 года, когда было принято решение все шасси Т-2 использовать для производства легкой самоходной гаубицы «Веспе». Всего было построено 651 орудие «Мардер-2» с использованием как выпускавшихся, так и переоборудованных баз Т-2. «Мардер-2» представлял собой стандартный тип самоходного орудия с открытым верхом и броневой защитой корпуса сверху и по бокам. «Мардер-2» находились не только в составе батальонов истребителей танков, их также использовали парашютисты по приказу Гитлера после того, как они понесли тяжелые потери во время высадки на Крит. «Мардер-2» участвовали в сражениях на всех фронтах до самого конца войны. Основное количество использовалось на Восточном фронте, где наносили тяжелые потери советским танкам. Установленное на них орудие ПАК-40 позволяло подбивать практически любой советский танк. Зимой на танк носилась и звездка для маскировки в условиях заснеженной степи. В феврале-марте 43 года вместе с «Мардер-2» танкового корпуса СС в действиях участвовали «Мардер-3» промежуточные модификации на базе 38Т, вооруженные 75-миллиметровым орудием ПАК-40. Впервые они сошли с конвейера завода БММ в Праге в октябре 42 года. Боевая рубка была расположена ниже, чем у ранней модификации, оснащенной советским орудием. Было выпущено 417 таких машин. «Мардер-3» в составе дивизии Рейхштандарт СС участвовали в боях за Харьков, которые происходили в начале марта 1943 года между частями танкового корпуса СС и войсками Воронежского фронта. «Мардер-3» активно участвовали в боевых действиях в 1943 году. Здесь вы видите их в составе батальона истребителей танков 3-й танково-гренадерской дивизии СС «Мертвая голова» во время Курской битвы в июле. «Мардер-3» также использовались в батальонах истребителей танков в составе полевых дивизий Люфтваффе везде, от Восточного фронта до Италии. Операция «Ось». Давно вынашиваемый немцами план оккупации Италии началась в сентябре 1944 года. Среди участвующих в нем частей, вводимых на север Италии, были «Мардер-3» поздней модификации. Она появилась в результате переработки шасси 38Т. Двигатель теперь находился посередине, а боевая рубка переехала назад. Около тысячи таких машин было построено заводом БММ. Самоходные орудия применялись в гораздо большем количестве, чем танки на территории Италии из-за пересеченной местности, для которой они больше подходили по тактическим соображениям. Это хорошо видно из отрывка кинохроники с участием «Мардер-3» в окрестностях Монте-Кассино в первой половине 1944 года. Используя развалины разбомбленной деревни в качестве прикрытия, «Мардер» выползает в направлении приближающегося противника. Учитывая возможность обнаружения следов вражескими летчиками, один из членов экипажа заметает их. «Мардер» выходит на огневую позицию на краю деревни, получая полное господство в ближайшей внизу долины. Завидев противника, экипаж заряжает орудие бронебойным снарядом. После нескольких выстрелов машина снова уходит в укрытие, чтобы ее позицию не засекли вражеские артиллеристы или авиация. Поздняя модификация «Мардер-3» активно использовалась в боях в Нормандии прямо 6 июня. Как и другие германские машины, они всячески маскировались экипажами, чтобы не быть обнаруженными союзными штурмовиками. Немцы активно использовали шасси трофейных французских танков для установки на них орудий. Шасси ФСМ и Гочкис использовались для установки ПАК-40. В большинстве случаев применялось шасси гусеничного тягача «Лоррейн». В 1940 году немцам в руки попало много этих надежных машин. В 1942 году при необходимости оснастить как можно больше противотанковых орудий и моторами было принято решение переоборудовать 170 тягачей «Лоррейн» для установки ПАК-40.
Какая-то часть попала на Восточный фронт и в Италию, но основная масса осталась на территории Франции. Кадры с участием Лоррейн Шлеппер очень редкие. Эти были сделаны в Нормандии в 1944 году. После этой битвы их практически не осталось. Пожалуй, из французских танков больше всего было переоборудовано Бочкесом. 24 из них были приспособлены для установки орудия ПАК-40. Все они воевали во Франции. И последним шасси, на котором пытались установить ПАК-40, стало шасси полугусеничного бронетранспортера марки 251 в конце 1944 года, что свидетельствовало о тяжелой ситуации, в которой находилась германская военная промышленность. Гитлер приказал модернизировать 251 для того, чтобы установить на нем ПАК-40. Изменения базы были незначительными. Орудие обслуживало экипаж из 4 человек, боезапас составлял 22 снаряда. Орудие сильно давило на шасси, и модификация 251-22 оказалась слишком тяжелой. Один из первых хетцеров, сошедших с конвейера, был представлен Гитлером в день его рождения 20 апреля 1944 года. Новая модель на базе 38Т демонстрировала полный отход от концепции типичного самоходного орудия с уязвимой открытой боевой рубкой. Хетцер, предназначенный для использования в батальонах истребителей танков, больше походил на штурмовое орудие, будучи полностью закрытым и бронированным. Поэтому Хетцер являлся самым что ни на есть настоящим истребителем танков. Производство Хетцера началось в мае 1944 года на заводах BMM и Шкода. Производство Мардер 3 было прекращено. Орудие осталось прежним, 75 мм. Бронированный корпус обеспечил экипажу гораздо большую защиту, но при этом внутри становилось тесно и было неудобно действовать. Также приходилось учитывать ограниченные перемещения орудия и, соответственно, узкую зону обстрела. Несмотря на все недостатки, Хетцер стал одним из наиболее эффективных и часто применяемых видов орудий в составе германской армии в последний год войны. Появление штурмовых орудий и их успешное использование в качестве истребителей танков привели к разработке орудия, предназначенного для обоих видов боевых действий. Бронированный корпус на шасси Т-4, Ягдпанцер-4, начал выпускаться в январе 1944 года. На нем устанавливалось 75-мм орудие Л-48. В составе 116-й танковой дивизии они участвовали в боях в Нормандии. В августе 1944 года на новую машину была установлена пушка Л-70. Такая же, как на танке «Пантера». Вес орудий и давление на передней части увеличились, и два передних катка с резиновым бандажом были заменены на стальные. Модификация получила обозначение 70. Наряду с заводом «Вамак» ее производил завод «Нибелунгенверк» в Австрии. Отличалась она тем, что рубку устанавливали прямо на корпус Т-4, и модификация 70А получала вертикальные борта с подвашенной коробкой Т-4. Наиболее мощным и тяжелым противотанковым орудием являлась 88-мм ПАК-43. Начальная скорость снаряда достигала 1130 метров в секунду. Орудие было способно пробить броню Т-34 с расстояния около 3,5 километров. Установлено на шасси Т-4 с точно такой же рубкой, как у самоходного орудия «Хумель», «Наскорн» был вооружен 88-мм орудием ПАК-43 и впервые появился в бою во время операции «Цитадель» в июле 1943 года. «Наскорн» походил на раннее самоходное орудие, но являлся целенаправленно созданной машиной для размещения 88-мм орудия ПАК-43. В отличие от своих менее крупных коллег, он не попал в батальоны истребителей танков, а находился в составе отдельных частей на уровне корпуса. Большинство из 494 выпущенных «Наскорнов» воевали в России, а также участвовали в боях в Италии до самого конца войны. Стандартной пулевой пушкой германской армии на дивизионном уровне была поступившая на вооружение в 1935 году и остававшаяся в строю до конца войны 105-мм ЛЕ-ФХ-18. Она участвовала в боях на всех фронтах от Северной Финляндии до раскаленной североафриканской пустыни. Орудие было универсальным, получившим широкое
распространением. На моделях раннего выпуска устанавливались обрезиненные стальные штампованные колеса большого диаметра. Позднее они были заменены колеса со спицами. Снаряд весом почти 15 килограмм выстреливался на дистанцию 10,5 километров. Опыт действий на Восточном фронте, где тяжелые орудия вязли в грязи, привел к установке более легкого лафета от 70-мм орудия ПАК-40. Некоторые из орудий буксировались полугусеничными тягачами, особенно в Африке. В основном в Европе и на Восточном фронте они передвигались на конной тяге. В 1939 году для увеличения дальности стрельбы на орудии был установлен дульный тормоз. Разработанная в 1942 году самоходная гаубица «Веспа» с целью сделать артиллерийские части, оснащенными 105-мм орудием, более подвижными, была установлена на модернизированном шасси Т-2. Машина была разработана фирмой «Алкет», но производством занималась «Фама». В феврале 1943 года было принято решение о передаче производства шасси Т-2 изготовителю «Веспа». Новое самоходное орудие впервые участвовало в боевых действиях во время операции «Цитадель» наступления под Курском в июле 1943 года. Вы видите «Веспа» из состава 3-й танково-гренадерской дивизии СС «Мертвая голова». С середины 1943 года «Веспа» стала появляться во все большем количестве в составе частей САУ, танковых и танково-гренадерских дивизий. Войска на Восточном фронте обеспечивались прежде всего. Самоходные орудия были крайне необходимы для поддержки быстро продвигающихся танковых частей, а затем для борьбы с прорывами советских войск, для чего технику перебрасывали с места на место, поскольку ее не хватало. Наличие танковых частей собственной самоходной артиллерии позволяло им эффективно действовать во время контратак, несмотря на ограниченные возможности, против все увеличивающихся в количестве частей Красной Армии. Расположившись у линии фронта, «Веспы» вели артобстрел перед атакой, а затем сопровождали отправлявшиеся вперед танки. Для отражения прорывов вражеских войск немцы быстро собирали ударные группы, состоявшие из разнотипных машин, в том числе и «Веспе». Вы видите подобную операцию, которая происходит в конце лета 1944 года. Германские войска при поддержке пикирующих бомбардировщиков организуют контратаку на территории Западной Белоруссии. За операцией наблюдает генерал Роберт Риттер фон Гримм. После бомбежки германская пехота отправляется вперед. В состав группы входят танки «Пантера», истребители танков «Мардер-3», бронетранспортеры, мобильные части зенитной артиллерии, 88-мм зенитные орудия и самоходные орудия поддержки, небольшое количество «Веспы». Появление советской авиации, в частности штурмовиков Ил-2, приводит к ведению зенитного огня 88-мм орудиями. Советские самолеты пытаются подбить идущие по равнине германские танки. Несколько самолетов удается подбить, когда огонь начинает вести 37-мм орудие. «Веспа» переносит огонь на уже обнаруженные вражеские позиции с тем, чтобы пехота могла продолжить наступление. Четверенная зенитная установка «Флаг Берлин» присоединяется к обстрелу продолжающих атаковать штурмовиков Ил-2. Германские наземные части под огнем советской авиации продолжают продвижение вперед. Зенитная артиллерия пытается обеспечить им прикрытие, непрерывный ведя обстрел самолетов. Штурмовик, подбитый зенитными орудиями, падает на землю. Другие самолеты продолжают сбрасывать бомбы. Германская пехота продвигается вперед. Раненых отправляют в тыл. Бой с участием советских самолетов продолжается. Бомбежка и артобстрел сливаются в серию взрывов на горизонте. Наконец, 87-мм орудие сбивает еще один самолет, который дымит и начинает падать.
Экипажи Веспы любили эту машину, несмотря на то, что у нее были недостатки. База Т-2 была небольшой. Боевая рубка, расположенная сзади, тесная для четырех членов экипажа, обслуживавших орудия. Как и другие полуоткрытые машины, Веспа не обеспечивала достаточной защиты. Она была высокой. Тем не менее, было выпущено 676 штук и еще 159 машин для перевозки боеприпасов. Они участвовали в боевых действиях до самого конца войны, не только на Восточном фронте, но и в Западной Европе. Как уже было отмечено, немцы активно использовали шасси трофейных французских танков для строительства самоходных орудий. Шасси легкого танка «Гочкинс» послужило и для установки 105-мм гаубицы. 48 этих установок были выпущены в 1942 году и находились во Франции. В составе 8-го танкового артиллерийского батальона они участвовали в боях в Нормандии вместе с САУ на базе тягача «Лоррейн», оснащенными 105-мм орудием LEFH-18, которых было произведено 24 штуки. Все германские машины, воевавшие в Нормандии, были вынуждены действовать из-за укрытий и всячески маскироваться. Хотя краска основным темно-желтым цветом с большими оливково-зелеными пятнами была удачным камуфляжем, приходилось маскировать машины с помощью веток и зелени, чтобы скрываться от союзных штурмовиков. Расположившись, расчет готовил снаряды, и орудие начинало вести огонь. Боезапас стал на шасси французских танков, вставлял 32 снаряда, примерно такой же, как у Веспы. Они действуют вместе с тяжелыми САУ «Хуммель» состава танковой дивизии СС. В 1933 году в войсках появилось орудие ЗИГ-33. Оно находилось в составе взводов тяжелой артиллерии пехотных полков и стояло на вооружении до конца войны. Дальность ведения огня составляла всего 4700 метров. Задачей орудия было вести артобстрел и подавлять сопротивление противника во время атаки германской пехоты. Сравнительно тяжелый снаряд весил 38 килограмм. Именно это орудие было установлено на первой самоходной установке, изготовленной для германской армии. Для установки ЗИГ-33 на подвижную базу использовалось шасси Т-1Б. Проект был выполнен берлинской фирмой «Алкет», которая в феврале 1940 года переоборудовала 38 шасси Т-1. Новая машина участвовала в французской кампании. Она весила на 3 тонны больше Т-1. 150-мм орудие находилось в большой рубке, больше всего входившей на коробку, и смонтированной на корпусе танка. САУ находились в составе 6 тяжелых артиллерийских рот в мае 1940 года. Каждая из них была присоединена к танковой дивизии. Единственный раз они появились в кинохронике — успешно действуя против оборонительных линий во время захвата пехоты французского городка. Орудие оказалось весьма удачным и впоследствии использовалось на Балканах и Восточном фронте. К концу 1943 года их почти не осталось, только в составе 5-й танковой дивизии на Востоке. После выпуска первых 38 штук их больше не производилось, поскольку считалось, что тяжелая установка оказывает слишком сильное давление на шасси легкого танка. Кроме того, не устраивало высокий силуэт. Попытка в 1941 году установить ЗИГ-33 на шасси Т-2 оказалась неудачной. Было построено всего 12 машин. Но установленные на базе Т-1 ЗИГ-33 дали германской армии необходимый опыт действий самоходных орудий. Наиболее многочисленные установки с орудием ЗИГ-33 производились на шасси танка 38Т. Обе модификации получили название «Бизон». Первое появилось в феврале 1943 года. Орудие располагалось спереди, в рубке, снова напоминавшей коробку. Предполагалось, что установка будет участвовать в летней кампании. Первые 90 машин были установлены на шасси, возвращенных с фронта 38Т модели H.
Они находились в составе тяжелых рот артиллерии в пехотных частях танково-гренадерских дивизий. В 1943 году «Бизон» действовал очень активно и использовался в Тунисе, Франции и на Восточном фронте. Машина, которую вы видите, участвовала в Курской битве в июле в составе частей ВАПН-СС. Некоторое количество этих САУ действовало в Нормандии в 1944 году. Вы видите редкие кадры с участием 38 Т-Бизон, сделанные в августе 1943 года в Милане, куда эта машина попала после поражения под Курском в июле. ЗАУ из состава 1-й танково-гренадерской дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Он проезжает мимо поздней модификации Мардер-3 из батальона истребителей танков этой же дивизии. Было выпущено 282 «Бизона» поздней модификации. Орудие ЗИГ-33 устанавливалось на шасси 38Т, которое также использовалось для производства поздней модификации «Мардер-3». В 1941 году орудие ЗИГ-33 было использовано для производства мощного, полностью бронированного штурмового орудия на базе Т-3 модификации ЕФТХ. Оно не стало выпускаться в массовом масштабе, появилось всего 24 штуки. В 1942 году оно участвовало в боях под Сталинградом и на Кубанском плацдарме на юге России. В июле 1943 года под Курском в составе 216-го батальона штурмовых орудий в боях впервые участвовал «Брумбар» в количестве 60 штук. Машина проектировалась в качестве тяжелого штурмового орудия. Проект был одобрен Гитлером. Первые экземпляры появились в октябре 1942 года. ЗИГ-33 было размещено под мощной защитой. Лобовая броня рубки составляла 100 мм, бортовая — 50 мм. У ранней модели не было пулемета впереди, и смотровая щель водителя находилась внизу. Брумбар промежуточной модификации можно отличить по наличию триперкса для механика-водителя. Брумбар поздней модификации вы видите на этих кадрах. Его экипаж получает награды за участие в тяжелых боях с британскими войсками на границе Голландии. Брумбар обеспечил экипаж из 5 человек большей защитой и объемом помещения, чем стандартная башня и корпус Т-4. Брумбар поздней модификации был переработан, обладал рядом преимуществ. На левой стороне рубки сверху был установлен пулемет для ближней обороны. Конфигурация листов лобовой брони была изменена. На протяжении всей войны стандартным тяжелым орудием германской армии было 150-миллиметровое. Оно выпускалось в нескольких вариантах. Большая часть орудий передвигалась на конной тяге. FH-18, прикрепленные к танковым дивизиям, буксировались тягачами. В каждой танковой дивизии было 3 артиллерийских батальона, один из них тяжелый. В каждом 3 батареи по 4 орудия с 8-тонными полугусеничными тягачами. Безусловно, скорость доставки орудий тягачами значительно превышала возможности конной тяги, но сама установка орудия на позиции достигала получаса. Орудие действовало успешно. Снаряд весом 43,5 килограмма выстреливался на дистанцию 13 километров. Требовалось установить 150-миллиметровое орудие на подвижной гусеничной базе, которая могла незамедлительно вступать в бой. Пришлось ждать до 1943 года. Прототип ЗАУ «Хумель» со 150-метровой гаубицей устанавливался на шасси Т-4. Он появился в 1942 году. Было принято решение о его производстве. «Хумель» впервые участвовал в боях в июле 1943 года во время операции «Цитадель» в составе батальона тяжелой артиллерии танково-гренадерской дивизии СС «Мертвая голова». Хумель ранней модификации легко узнать по люку механика-водителя на наклонном листе лобовой брони. На поздней модификации люк был перенесен вперед. Когда 150-миллиметровое орудие не использовалось, оно поддерживалось кронштейном, расположенным впереди. Хумель, как и все полуоткрытые САУ, обладал недостаточной броневой защитой.
Но экипаж Хумеля находился в большей безопасности, так как вел огонь, находясь на отдалении. Сначала Хумелей было немного. Вместе с зарядными машинами для снабжения ста боеприпасами они находились в составе танковых дивизий. Боезапас Хумеля составлял всего 18 150-мм снарядов, поэтому машины с боеприпасами были крайне необходимы, особенно при ведении артобстрела, когда боезапас тратился очень быстро. Появление Хумеля дало возможность танковым дивизиям вносить мощные удары по советским войскам, когда они начинали контратаковать. Несмотря на то, что Хумель действовал успешно, их очень не хватало. Часто Хумели вели обстрел вместе с Веспием, как на этих кадрах, сделанных в начале 1945 года в Венгрии, в боях под Будапештом. Германская армия вступила в войну, обладая множеством самых разных легких зенитных орудий. Они активно и успешно применялись в ходе боевых действий. 20-миллиметровое орудие «Флаг-30» появилось в 30-е годы и уже находилось на вооружении, когда Министерством авиации был снят этот пропагандистский фильм о действиях Люфтваффе. Буксируемые грузовиками «Крупп», орудие вместе с экипажем выходит на позиции. Орудие снимается с шасси, устанавливается на позиции и готовится к ведению огня. Наблюдатель с оптическим дальномером определяет дистанцию до двух Дорнье-23, пролетающих прямо над ними. Орудие быстро поворачивается и начинает вести огонь. Почти так же выглядят реальные боевые действия через 6 лет, когда орудие ведет огонь по союзной авиации над Мессинским проливом. Артиллерист стоит на платформе «Флаг Верлинга». Другой расчет ведет огонь по самолетам союзников над Южной Италией. К нему присоединяется 37-миллиметровое орудие и одиночное 20-миллиметровое. Эти три орудия чаще всего устанавливались на самоходные установки вплоть до 1945 года и использовались на всех фронтах, от Арктики до Эгейского моря, от Черного моря до Бискайского залива. Однотонный полугусеничный тягач «Дымак» впервые был применен для установки на нем зенитного орудия. Сначала устанавливалось орудие «Флаг-30», а затем «Флаг-38». Основной задачей установки было прикрытие от атак воздуха, но она также использовалась для наземной поддержки. 20-миллиметровое орудие прекрасно справлялось с наземными целями. В боезапасе находились бронебойные осколочно-фугасные снаряды. В начале кампании на Восточном фронте стало ясно, что снаряд 20-миллиметрового орудия пробивает броню многочисленных легких советских танков, которые были уже сильно устаревшими. Боезапас находился в 6 контейнерах, закрепленных по краям платформы, на которой было установлено орудие. Но большинство дымагов перевозило дополнительный двухколесный прицеп с боеприпасами. Экипаж составлял 7 человек, включая водителя и расчет. Недостатком конструкции была полная уязвимость экипажа для вражеского огня. Попытка защитить экипаж была сделана позднее, по мере дальнейшего выпуска установки. Орудие было защищено бронированным щитом, а водитель находился в кабине. Другие модификации «Дымага» упускали без изменений множеством производителей до прекращения в 1944 году. К тому времени было выпущено 610 машин. Они участвовали в боевых действиях на всех фронтах до самого конца войны. «Флагпанцер 38Т» начал производиться с целью обеспечить войска подвижной зенитной артиллерией. Он положил начало выпуску более сложных зенитных установок на шасси танков. Превосходство Люфтваффе в воздухе было потеряно и на Западе, и на Востоке. Армии были необходимы зенитные установки во все большем количестве. Была поставлена задача оборудовать любое шасси, способное перевозить орудие. Грузовик «Опель Блиц» и автомобиль повышенной проходимости «Хорь» были оборудованы для установки на них 20-миллиметровых зенитных орудий. Большинство использовались в качестве орудий наземной поддержки.
Полугусеничный 8-тонный тягач Краус-Макфей был на редкость универсальной машиной. На 319 из них были установлены 20-мм четверенные установки «Флаг Верлинг», производство которых продолжалось до 1944 года. Чтобы разместить орудие вместо кузова с сиденьями на шасси, устанавливалась плоская платформа с откидывающимися бортами. Экипаж составлял 10 человек. Для перевозки боезапаса использовался прицеп. В 1943 году было решено наконец защитить водителей и установить бронированную кабину. Образец новой модификации проезжает по улицам Будапешта в начале 1944 года. Фильм с участием «Флаг Верлинга» в боях был снят во время операции «Огород». Неудачные попытки союзников захватить и удержать мосты через Рейн в сентябре 1944 года. Оператор находился у «Флаг Верлинга» из состава войск СС, который вел огонь по британским самолетам, прилетевшим из Англии. Транспортная авиация заплатила дорогой ценой за необходимость лететь низко над зоной высадки парашютистов. «Флаг Верлинг» также устанавливался на бронированные грузовики, как на этих кадрах, снятых в Италии в 1944 году. 3500-тонных тягачей было выпущено за годы войны. Из них 339 были оборудованы для установки 37-мм зенитного орудия «Флаг-36». Кузов был заменен на платформу с откидными бортами, а боеприпасы перевозились на прицепе. Установка применялась для ведения огня по воздушным и наземным целям. Большинство использовалось на Восточном фронте. Эти пятитонные установки из состава зенитных батальонов 2-й танково-гренадерской дивизии СС в боевых действиях танкового корпуса СС под Курском в июле 1943 года. 8-тонный тягач был оборудован под установку 37-мм орудия «Флаг-36» в 1943 году, когда производство 5-тонных шасси было прекращено. Вес машины был увеличен до 11,5 тонн. Боезапас был размещен в прицепе, специально сконструирован под 37-мм снаряды. «Флаг-36» был достаточно мощным орудием и часто вел огонь прямой наводкой. Большинство тягачей на этих кадрах принадлежат войскам СС, частично зенитному батальону дивизии Лейбштандарта Адольф Гитлер. На фотографии, сделанной в Риме, поздней модификации с бронированной кабиной. Вдоль дороги в Нормандии едет закамуфлированный «Опель Маультер» с установленным на нем 37-мм орудием. Кинохроника, выпущенная в мае 1943 года, демонстрирует действия Люфтваффе на территории Советского Союза. В нем участвует зенитное подразделение в полном составе. Интересно наблюдать за самыми разными видами вооружения в его составе. Кроме однотонного «Димага» со стандартным 20-мм орудием, можно увидеть множество модифицированных грузовиков «Мерседес-Бенц» 4500. Командир подразделения 88-мм орудий без колебаний использует их для поддержки наземных частей и борьбы с танками. Полковник Ханс фон Люк из 21-й танковой дивизии вспоминал, как в Нормандии он угрожал застрелить офицера 16-й полевой дивизии Люфтваффе, потому что тот отказывался использовать свое 80-мм орудие против вражеских танков. Очень важно знать, когда были сняты эти кадры. Во время самого долгого перерыва в боевых действиях на Восточном фронте, когда советские войска прекратили наступательные действия в ожидании немецкого удара по выступу обороны под Курском. Период до 5 июня, когда наконец началась операция «Цитадель», был заполнен напряженной подготовкой и учениями германских войск на Востоке. Это подразделение готовится принять участие в операции. Советским военно-воздушным силам еще предстояло завоевать господство в воздухе, поэтому подразделения Люфтваффе еще имели возможность вести огонь по танкам, а не по самолетам. Но вскоре ситуация изменилась.
атаки советской авиации на германские войска и линии снабжения никогда не достигли того уровня, который демонстрировала авиация союзников на Западе. Однако потеря инициативы в воздухе на Востоке означала для германской армии гораздо большую уязвимость. К тому времени действия советской авиации становились все более масштабными. Все операции германской стороны были построены на активном действии мобильных частей. Теперь им приходилось иметь в составе гораздо больше зенитных установок, чем ранее. На Западе господство союзников в воздухе было подавляющим. Начиная с 6 июля, дня Д, союзная авиация действовала очень активно. Прежде всего, штурмовики, которые пролетали над дорогами Франции и стран Бенилюкса, уничтожая любые немецкие машины, которые удавалось обнаружить. На этих кадрах типичная для того времени ситуация. Американские истребители P-38 Lightning и P-47 Thunderbolt пролетают на небольшой высоте, атакуя германские позиции. При почти полном отсутствии самолетов Люфтваффе германским наземным частям оставалось полагаться только на зенитную артиллерию, при том, что она будет мобильной на гусеничной базе. Кроме того, многие союзные самолеты были хорошо защищены, 20-миллиметровые снаряды не могли причинить им серьезного вреда. Основным должен был стать калибр 37 мм для того, чтобы сбивать как можно больше союзной авиации. Из-за этой необходимости появилось целое поколение новых германских зенитных установок. Вербельвинд, появившийся в конце 43-го года, это была зенитная установка на гусеничном ходу на базе Т-4. За нее спроектировали специальную башню с броней толщиной 16 мм, благодаря которой расчет 20-миллиметровой установки Флагверлинг мог чувствовать себя относительно безопасно. Вербельвинд ведет огонь на границе Германии в районе Метца в конце 44-го года по американским бомбардировщикам. Расчетом подбит B-26 «Мародер». Trained an American B-26 Marauder bomber. Всего 86 установок Вербельвинд было выпущено до прекращения их производства в ноябре 1944 года. Калибр 20 мм был более непригоден для борьбы с союзной авиацией. Дальнейшее производство, оснащенное этим орудием машины, было нецелесообразным. На смену Вербельвинду пришел Оствинд, на котором было установлено одно 37-миллиметровое орудие «Флаг-43», а он находился в очень похожей башне на переоборудованном Т-4. «Флаг-43» устанавливался также на другом варианте, где защиту обеспечивали вертикальные борта, опускавшиеся при стрельбе. Модификацию обозвали «мебельным вагоном». До марта 1945 года их было выпущено 240 штук. И Оствинд, и Мебельваген планировалось заменить на Кугельблиц, оснащенный двумя скорострельными 30-миллиметровыми орудиями в новой башне. Война закончилась, прежде чем его смогли производить каких-либо количество. В самом конце войны появился учебный зенитный полугусеничный бронетранспортер на базе 251D. Вооружение составляли три 15-миллиметровых орудия, извлеченные со складов устаревшего оружия Люфтваффе, которые устанавливались на станине внутри корпуса бронетранспортера. Все вместе орудия могли выстрелить 2100 снарядов в минуту. Вы видите установку на Одере в марте 1945 года. В начале войны 88-миллиметровые орудия и его варианты составляли основу германской противовоздушной обороны. В своей основной роли зенитного орудия оно могло делать 15 выстрелов в минуту. Вы видите, как огонь ведет расчет Waffen-SS в конце лета 1941 года на территории Советского Союза. Использование оптических дальномеров и точное слежение с советскими самолетами позволяли зенитчикам вести точный огонь. Одновременно со стрельбой из 88-миллиметровых орудий они вели огонь из 20-миллиметровых Флаг-30. На этих кадрах вы видите, как подбит советский бомбардировщик. Скорее всего, это СБ-2, который падает на землю. Final dive. Другое подразделение 88-миллиметровых орудий используется для стрельбы по самолетам. Теперь это уже зенитчики Люфтваффе, которые ведут огонь по советским самолетам в 1941 году. По всей видимости, кольца на стволах обозначают подбитые танки. Из этого можно сделать вывод, что экипаж активно действовал и против танков противника.
В 1941 году была разработана программа по установке 88-мм орудий на гусенице. В конце 1942 года была построена первая машина. На ней было установлено орудие ФЛАГ-37. В 1944 году на том же шасси было размещено более мощное, тоже 88-мм ФЛАГ-41. Оба проекта так и не пошли в производство. Орудие ФЛАГ-41 было разработано фирмой Rheinmetall Borsig. Кадры с его участием встречаются редко. Здесь одно из них используется в качестве противотанкового орудия в марте 1945 года. В обстановке секретности разрабатывались вместо запрещенной Версальским договором тяжелой артиллерии многоствольные реактивные минометы. В ходе Второй мировой войны этот вид вооружений получил широкое распространение. После первого же использования стало ясно, что они обладают не только разрушительной силой, но и способны оказывать психологическое давление. Первым из реактивных минометов в войска поступил 150-мм Верфер. Это произошло в 1941 году. Шесть стволов размещенные на лафете ПАК-38, выстреливали каждые 2 секунды. Более мощные 280-мм и 300-мм реактивные минометы, появившиеся в 1942 году, выстреливались залпами по 6 и устанавливались на направляющих на колесном лафете. Наиболее мощные установки появились также в 1941 году. Направляющие ставились прямо на землю. 320-мм реактивные снаряды использовались для обстрела Варшавы во время восстания в 1944 году. Насколько важным было это оружие для германской армии, говорит тот факт, что обслуживающий его персонал увеличился с 2000 солдат и офицеров в 1939 году до 135 тысяч в 1945 году. Это также отражает эффективность действия этого вида оружия. Батарея 6 150-мм установок была способна выпустить 36 снарядов в течение 10 секунд. Следующий залп следовал через минуту. По ходу войны увеличивался выпуск реактивных минометов. Смешанные бригады из 384 150-мм и 225-210-мм минометов могла накрыть цель 6 тонной боеголовок в течение 5 секунд, повторив залп всего через минуту. Чтобы добиться такого же результата, потребовалась 81 батарея обычных артиллерийских орудий. Несмотря на всю свою эффективность, у этого вида вооружений были недостатки. Близкое расположение батареи к линии фронта вызывало сильный огонь противника. Расчеты несли тяжелые потери. Батареи реактивных минометов были особо уязвимы до и после залпа. Съемки боев в Нормандии демонстрируют, как реактивные минометы, буксируемые полугусеничными тягачами, размещаются на огневой позиции и готовятся к залпу. Во время залпа вспышки дым сразу же раскрывали позицию батареи артиллерийским наблюдателям противника. В Нормандии ответный огонь артиллерийских батарей следовал практически мгновенно. Иногда он заставал минометчиков, снимающихся с позиции, с тем, чтобы поменять ее. Безусловно, нельзя было отрицать успешных действий реактивных минометов. Чтобы увеличить эффективность и снизить потери, их было необходимо сделать мобильными. Решение было принято в 1943 году. Фирме «Опель» предложили изменить полугусеничный тягач так, чтобы на него можно было установить направляющие для пуска реактивных снарядов. Полугусеничная бронированная установка на базе тягача «Маутер» была установлена на его шасси и получила бронированный корпус. Пусковая установка была 10-ствольной, и боезапас позволял выпустить 2 залпа, прежде чем была необходима перезарядка. Боеприпасы обеспечивали зарядные машины. Всего «Опелем» было выпущено 300 панцерверферов и 289 зарядных машин. Батарея из 8 панцерверферов могла выпустить 80 реактивных снарядов в течение 20 секунд. Хотя в основном съемки панцерверферов делались на Восточном фронте, они применялись на всех театрах. Иногда, если в них появлялась необходимость, их могли выводить из состава бригад и возвращать обратно. То, что установки были мобильными и могли действовать вместе с танками и самоходными орудиями, стало весьма актуальным к концу 1943 года.
Танковые дивизии превратились в подобие пожарных бригад, которые перебрасывались с одного участка фронта на другой для борьбы с прорывами советских войск. Нахождение панцерверферов рядом в нужный момент и возможность обрушить на врага сокрушительный удар перед контратакой были очень важным моментом, обеспечивающим успех подобных операций. Предшественником панцерверфера являлся полугусеничный бронетранспортер марки 251, переоборудованный для установки на нем пусковых установок для реактивных снарядов большого калибра 280 или 320 мм, представляющих собой деревянные или металлические рамы на подвижном основании, закрепленные на бортах машины. Деревянных содержалось около 50 кг взрывчатки, металлических – около 40 литров нефти в желеобразном состоянии. Дополнительные припасы находились внутри машины. В бою эти установки действовали, как и панцерверферов. Только они выстреливали меньшее количество снарядов, пусковые установки были более примитивными. Вы видите 251-й Д поздней модификации, действующий на границе Голландии и Германии в конце 1944 года. Мортира калибра 600 мм была самым мощным орудием на гусеничном ходу. Она обстрелила Варшаву в августе 1944 года во время восстания. Ее снаряд весил 2 с лишним тонны. Всего было построено 6 таких установок в качестве тяжелых осадных орудий до того, как они впервые были использованы в боях за Севастополь в 1942 году. Одним из самых маленьких самоходных вооружений был применяемый германской армией, установленный на гусенице заряд с дистанционным управлением ГЛИАВ. ГЛИАВ доставлялся на полигон на двухколесной тележке. Управление осуществлялось двумя проводами. Два мотора Bosch позволяли ГЛИАВу развивать скорость до 10 км в час. С позиции один из солдат изучает цель в бинокль. В данном случае это захваченная советская самоходная установка Су-85. Голиаф направляется к цели. Быстро перемещаясь по заснеженной местности, он подходит к советской машине сбоку. Или Голиаф и его цель оба уничтожены зарядом. В течение 6 долгих военных лет германская армия применила самые разные виды самоходных установок. От истребителей, танков и бронепоездов до огромных мортир, сначала с целью покорять, а затем сопротивляться своим многочисленным врагам на долгом пути отступления к Берлину.